Так, вот все, что мы можем получить с Юпитера. 13 февраля 2022 год, Харьков, 17:16 по Киеву в Харькове. Никаких галилеевых спутников пока не видно, потому как еще вечерние сумерки, ну и тучки. Ну, тучки не тучки, но дымка. На каких-то запредельных ИСО, я думаю, что через какое-то время мы сможем его снять в обрамление своих четырехглавных спутников. Ой, какой ветерок нехороший. Да. 880 миллионов километров. 880 миллионов километров, да. Юпитера. Сатурн сейчас совсем рядом с Солнцем, впереди Солнце на небосводе. Хорошо, не будем пока тратить время на созерцание желтого пятна на малиновом фоне. Посмотрим на Луну. Так, выдержку надо, конечно, уменьшать. Уменьшаю. Ах ты ж моя красавица! Смотри, какая у нас на линии терминатора образовалась. Красота! Кратер Платон. Кругленький, аккуратненький. Немножко портит впечатление ветер, но тут я ничего сделать не могу. Посоветовали мне в комментариях брать с собой картонную коробку, но, знаете, это перемещаться по Харькову в коробке из-под холодильника, может, и весело, но вряд ли целесообразно. А это, наверное, Аристарх, да, выглянул, очень похож. Один из самых молодых кратеров. Ой, какая красотища! Так. И опять же, по просьбе озвученной в комментарии, не буду трогать камеру, ну хотя бы минутку. О, и ветер сих, какая красота. Практически.
так я не могу оставлять. Утки полетели. Ну, тихо, Брага. Месяц я практически не снимал до вчерашнего дня. И, конечно, ветер мне не помешает получить удовольствие. Вряд ли вам и вашим глазам. А Луна, по-моему, сейчас рядом с Аполлоном и Геркулесом. Вижу две звезды уже, несмотря на сумерки. Ох, сейчас поменяю светочувствительность. Ладно.